Тогда поехали. Друзья, громче, 10, 9, 8, ай, короче, не успеваем. 3, 2, 1, вау! Харьков, фестиваль, мы скучали очень сильно. Харьков, фестиваль, хлопай громче, Украина. Вновь игра, полный зал, Харьков хорошо, как нас всегда встречал. Господа, вы, конечно, забыли все про меня. Я, между прочим, здесь ведущий и текст заучил, так что зритель слушай. Спасибо, город Харьков, за то, что сделал фестиваль. Сегодня будет жарко в зале, так что, ребята, погнали. Харьков, фестиваль, мы скучали очень сильно. Харьков, фестиваль, хлопай громче, Украина. Сегодня большой праздник в Харькове, сегодня открывает свои двери Лига Восток UA. Друзья, как я люблю эту фразу, мы начинаем КВН. Дорогие зрители, команды сейчас перед вами, с ними мы познакомимся немножечко позже. Скромно уходят команды. Что ж, давайте поддержим аплодисментами всех участников. Как вы увидели, их очень много, друзья. Но сегодня, пожалуй, самая главная команда, от которой многое зависит, это наши уважаемые члены жюри. Итак, познакомимся же с ними. Представитель компании AIST Сороченко Алена. Ваши аплодисменты, друзья. Генеральный директор прокатной компании «Токарев Саунд Групп», так сказать, светило нашей лиги, Сергей Токарев. Ведущая Харьковской молодежной лиги КВН, наш очень хороший и близкий друг, человек, который много сделал для развития Харьковского КВН в целом, Алла Подкосова. Продюсер, режиссер и автор множества телепроектов. И, конечно же, телеведущий Владимир Резник. Директор Харьковского областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех». Наш очень хороший друг, человек, который много сделал для того, чтобы наша лига могла играть в городе Харькове. Друзья, Андрей Фокин, ваши аплодисменты. Суперфиналист супершоу X-Factor 5 сезона, участник трио Extreme, вице-чемпион высшей украинской лиги КВН, участник премьер-лиги КВН, редактор нашей лиги Эльдар Кабиров. Ну и так по нарастающей мы пойдем в плане X-Factor. Друзья, победитель шоу X-Factor 5 сезона Дмитрий Бабак. И председатель нашего жюри, редактор Слобожанской лиги КВН, лиги КВН Поволжья, легендарнейший КВНщик Аркадий Дяченко. Что ж, жюри представлено, команда, я так понимаю, уже готовится. Немножечко, буквально пару слов, друзья, о схеме сезона, о нашем фестивале, музыкальном фестивале. Сегодня мы постараемся, ну это не я, а вот эти вот ребята, постараются выбрать тройку лучших команд, которые отправятся сразу в полуфинал. А остальные пройдут все стадии сезона, начиная с 1/4 финала. Команд у нас сегодня принимает участие аж 18 штук из 6 городов Украины. Этому можно поаплодировать, друзья. Еще у нас есть немного наград, но о них я, пожалуй, расскажу чуточку позже. Ну что ж, первой выступит на этой сцене команда, которая стала чемпионом в прошлом году. Можно
уже начинать потихонечку взрываться аплодисментами. Друзья, чемпион первого сезона региональной лиги КВН «Восток ЮА» – Луганская сборная! Здрасте! Добрый день! Нам, как чемпионам прошлого сезона, выпала честь выступать на разогреве. Но так как фестиваль музыкальный «Трепещи, бабак», Юрий, прошу! I'm a skatman, поехали! Друзья, а для начала представьте, парень, который категорически не хочет заниматься девушкой, сексом со своей девушкой. Дорогой, а у меня уже голова перестала болеть. Поняла, не дура. А все мы знаем, как ведут себя бабушки возле подъезда. А теперь представим, что бы было, если бы возле подъезда сидели дедушки. О, гляди, алкаш! Смотри, наркоман! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мое почтение, Тамара Константиновна. Проститутка. Боже, человек. Случай в обычной семье. Бомжей. Дорогая, я дома. Очень смешно. Опять все деньги пробил. Так я ж с тобой. Так я же не ругаю. Друзья, все мы любим море, лето. Итак, случай на пляже. О, свободно. Конечно, малая, падай. А вещи-то чьи? Жены моей. Понятно. Подождите. Дело в том, что 5 лет назад она ушла в море и не вернулась. И каждый год я приезжаю сюда, в Милекино, и ищу ее. Сережа, принеси полотенце! Я слышу ее голос. Сережа, мне холодно, давай быстрее! Она манит меня. Сергей, ты что, нашел себе бабу там? Бегите, Лена, я все объясню. А следующая миниатюра для девушек, у которых давно не было секса. 050-853-24-26. Так, Артём, это все не то. Мы чемпионы, мы так деньги не заработаем. Я все порешал. Сейчас за кулисой девочка потеряла свою собачку. И я решил, чем я буду теперь заниматься. Я нашел эту собачку, и теперь я буду разыскивать домашних животных. О, это как Эйс Вентура. Правильно, мальчик, как Эйс Вентура. Привет, бабуля. Кэти, бабуля. Подыграй мне, дурак. О, я бабуля из Чугуева. Я потеряла свою любимую... Что там бабули теряют? Сову. Мужик, помоги мне. Это мог сделать только один человек. Сову. Украй! Яй-яй-яй-яй-яй! Александр Друздева, раскрыто! Воу-воу, остановитесь! Что вы показываете? У нас есть адекватные номера. Юра, нормально объяви. Так, уйди со сцены, я сам объявлю. Все мы знаем, что девушки любят драматизировать. Иногда они делают это в самых непредсказуемых местах. Итак, в маршрутке. Извините, извините, возьмите. Один. Одна. Уже 5 лет как одна. Как капля росы в засохшей пустыне. Как одинокая ветка сакуры в зимнем саду брошенная. Никому не нужная старая дева. Девушка, передайте, пожалуйста, 1.
Куба один, передайте. Представьте, девушка приводит парня к себе домой, но есть одна проблема. Она живет с дедом. Так, Артем, не стесняйся, проходи, разбывайся, только тихо, я с дедом живу. Кто? Свои. Свои в 4 утра без предупреждения не приходят. Ты одна? Да. То есть ты это мурло за человека не считаешь? Имя мурло? Эдик я. Еврей? Нет, украинец. Я ценю, кто же так говорит. Говори, где танки? Какие танки? Говори, где танки? Какие танки? Эдик, соберись, говори, где танки? Где танки? Там. Расколол меня, мурло. Когда он уйдет? Ну сейчас мы чаек попьем и уйдем. Опять кипяток хлестать будете? С чего ты взял? Ну ты прошлый раз так орала, походу ноги аж парила. Эх, говорила мне бабка, вот умру, посмотришь. Умерла, посмотрел. Так, мне это все надоело, я ухожу. Да что ж ты за человек-то такой? И мне 40 лет, а у меня до сих пор мужика нету, даже этот от меня ушел. Ну и шо он тут, что ли, такой один? Я одна. Как капля росы засушит пустыни. Как одинокая верка. Короче! Друзья, перед игрой позвонили Валерии Гонтаревой, ну, главе Нацбанка, и попросили о помощи. Ну, а сказала, грех таким пацанам, как вы, не помочь. Ну, а для Валерии Гонтаревой грехом больше, грехом меньше, сами понимаете. Луганская сборная, спасибо. Луганская сборная! Чемпионы 2014 года. Что ж, дорогие друзья, сейчас нас ожидает блок молодых команд. Все они делают первые шаги на сцене. Так что, возможно, через год именно их мы будем уже видеть на телеэкранах. Думаю, сейчас нужно будет взорваться громогласнейшими аплодисментами. Замечательная школьная команда КВН. Чемпионы Харьковской школьной лиги КВН 2014 года. Команда 85 карат. Свои 5 копеек в наш шикарный танец. Можно. Вообще-то, наши танцевальные выходы могут сделать нас популярными. Ось! Що робу людину популярною? У него шостой айфон, у него шостой айфон, у него шостой айфон. Для кого це і шостий айфон? А для мене це... 18 свиней, 300 курей, 45 кроликів. Парашик Тёма и одна... Гуска! Тоже мне деркачевский мажор, по которому плачет тренажер. Ой, да ты хоть знаешь, как его с айтюнсом синхронизировать? Для нас нема ничего неможливого. Я вот цены бычка с тёлочкой синхронизировал. Get the roll, Jack. Don't you come back, no more, no more, no more, no more.
Друзі, ви помітили, що команда називається 85 карат, у якій 85% людей мовчить. Я слышу запах несправедливості. Каждому в команде по смешной миниатюре. Да! Ему абонемент в спортзал. Да! Дмитрию Бабаку новых песен. Да! Всем привет. Ты кто така? Я выступаю в поддержку людям командам, у которых нет слов. Ты выступаешь как металлист на Еврокубках. Как? Послушай ты, афроамериканец! Я просто хотела быть толерантной и не называть его жирным. Ведь прежде всего, я леди. Боже мій, яка смішная шутка! Нехай тепер ця краля буде нашим капітаном! Ти що думала, що все так і буде? Капець, как будто рояль тащили. Хоча роялі то легче. Зрозумій, щоб бути справжнім лідером, людям завжди потрібно давати, як кажуть, хліба і зрелість. Так ти ж хліб з'їв. Тоді зрелість. Виступає переможець дергачівського телешоу «Голос». Сидіти дай лапу, мала, мала жги. Сьогодні горе у дівчат. От слез намокли все реснички. Один ушлепок целый день меня больно дергал за косички. Но ручки бедняжки ломать я не буду, достоинство свое не уроню, потому что за это парниша гореть будет долго в аду. Ча-ча-ча. Вы что, с ума? Это вам не весна, это Восток ЮА. Девочки, фестиваль не показатель. Дівки, я вважаю, що сьогодні переможе дружба. І взагалі завжди повинна перемагати лише дружба. Друзі, карати – то єдине, що об'єднує всіх нас. Ні телефони і ні бренди, що є ідолом для вас. На Інстаграм, Контакт і Твіттер, де ти будуєш спілкування, і в інтернеті цілий день життя проводиш віртуальне. Якщо ви мислите інакше, ви помиляєтесь дарма, бо ціниться завжди людина, а в людині ціниться душа. Команда КВН 85 карат. Что ж, а следующая команда, которая выйдет сейчас на эту сцену, приехала к нам из замечательного города Кременчуг. Впервые на сцене нашей лиги команда КВН Skittles. Давайте встретим аплодисментами. Самая радужная команда клуба веселых и накоченных. Skittles, поехали! А нашей команде кажется, что на Титанике кто-то знал чуть больше остальных. Спасательные жилетики интересуют? Да нет. Зря, зря, зря. Жена решила порадовать своего мужа. И что у нас на ужин? Сегодня приготовила тещин язык. И наконец-то она заткнулась. Случай на ЖД вокзале. Шановные пассажиры, потяг прибывает на другую. Лёха, ты? Йод-макарёк, Лёха! Макс, ты? Лёха, бери двуху и ко мне. Повторю. Двуху и ко мне. Друзья, наверняка все вы знаете игру «Гляделки». Итак, представьте, шел пятый день игры.
Макс, Макс, ты что, спишь? Не-не, я не сплю, я... Ха, моргнул! Дебил, скорую вызывай! А нашей команде кажется, что пришло время беречь природу. Итак, представьте, первые шаги к сбережению. Мама, я наловил бабочек! Сынок, отпусти их, они же живые! А сейчас миниатюра специально для женщин, но вы поймете. Ты возвращаешься с корпоратива. Уже 3 часа ночи. Ты забыла, где ты живешь. Но ты выпила всего 2 бокала шампанского. Но когда ты придешь домой, муж не накричит на тебя. Потому что 8 марта. Да. Тебе 40 лет. Да. У тебя нет мужа. Да. Потому что ты бухаешь. Да. Друзья, что бы хотелось сказать в конце? Когда мы готовились к выступлению, доллар был таким. А когда мы приехали в Харьков, доллар стал таким. Друзья, но мы не хотим, чтобы в следующий раз, когда мы приедем, мы его не смогли занести на сцену. Команда КВН Skittles! Спасибо! Команда КВН Skittles! Радужное настроение, радужные шутки. Я думаю, что вот сейчас следующая команда вызовет максимум положительных эмоций у мужской аудитории. Встречайте, гости из города Полтава. Команда КВН «Женская сборная поэт». КВН – это лучшее юмористическое шоу. И по масштабу сравниться с ним сможет только мисс Полтава. Итак, встречайте бурными аплодисментами. Мисс Селфи 2015. Мисс «Я с вами никуда не поеду». Мисс «Я не ведусь на халявные коктейли». Мисс «А я ведусь на халявные коктейли и поеду, куда скажете». Мисс «Я не жру по ночам». Кто это? Не знаю, просто увидела и забыла. Так, стоп! Паркет! В смысле паркет? Ну, в смысле доски! Девочки, может быть, уже хватит на моем фоне выигрывать? Я так себе парня никогда не найду. Вообще-то у тебя есть парень в Полтаве. А тут я 3 дня что делать буду? Стоит тут за тумбой, все палит и палит. Прямо взглядом пожирает. Благо, есть что пожирать.
разошлись. Володя, я тут подумала, пора узаконить наши отношения. Ой, блин, не то начала. Привет, давай познакомимся, я Даша. Мы вообще-то знакомы, ты у меня вчера телефон отжала. Узнал! Девочки, а вы знаете, чего эта Даша такая счастливая? Потому что у Даши сегодня день рождения, и мы приготовили для нее сюрприз. Миниатюра. Недовольная кобылка. Шоу «Холостяк». Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Yes. Блин. Опять я иду с ним на свидание. Специально для вас. Женский хор. Женский хор. Задолбаешка. Встречайте. И не пускаю пить. Я стырила заначку, и хватит тебе ныть. Мне нужно еще плащ и 10 каблуков. Любимое занятие — нагнать кучу понтов. Нужно больше банек. Маникюр, платье, 10 каблуков. Нужно больше денег. Не любишь мою маму, а с бати хочешь пить. И как скажи на милость, тебя мне выносить. На своей машине чаще, чем на мне. Замучила рутина, да гори оно в огне. Где же мой мужчина? Куда пошел, чем без меня? Ой, где же мой мужчина? Дорогие друзья, так давайте же ценить счастливые моменты в жизни. Ну, ща вообще, как Тамада сказала. Со счастьем в сердце, команда КВН «Женская сборная поэт». Никогда, никогда! Команда КВН «Женская сборная поэт». За всестороннюю помощь и поддержку команда КВН 1 плюс 1 равно 2 выражает благодарность народному депутату Украины Денисенко Анатолию Петровичу. Снова школьная команда выйдет на нашу сцену. Чемпионы 2015 года школьной лиги КВН города Харьков. Команда КВН 1 плюс 1 равно 2. Здравствуйте. Я президент школы, меня зовут Аня. Можно просто... Анна Андреевна. В нашей школе учатся исключительно талантливые люди. Но в этой команде их нет. Ну что ж, школа-то, взорвем рэпом эту халабуду. 112-я, е-е-е. На этом пупке мы настроены серьезно. Оу! И всем команда будет с нами, ой, непросто. Эй! Очень опасный вызов, атомный взрыв. Оу! На этой сцене КВНовский прорыв. Ну зато стабильно. Да. Так стабильно лажать могут только наши. Что ты сказал? Между прочим, я процитировал тренера «Металлиста». Кстати, знаком.
маленькая фея, моя первая косметика, Денис. Ты чего выперся? Как человек воспитанный и знающий несколько языков, мазафака, я пришел сюда не с пустыми руками. Я приготовил подарок для Владимира Борисова. Ты что делаешь? Детям плетка не игрушка. Детям нет. А вот ведущему региональной лиги Восток UA в самый раз. Владимир, в этом году выиграли себя плохо. Так сказать, Лена не слушалась Игоря. Поэтому мы решили подарить вам... Ты хоть знаешь, что с этим делать? Я нет. А вот ведущий региональной лиги Восток UA точно знает. Владимир, это вам. Да отстань от него! Привет, Буханка Андреевна. Меня зовут Данил Кириченко, и я самый опасный парень на районе. Ты чё, участковый? Нет, я представитель Национального банка Украины. Фу, фу! Опустите его ниже гривны! Стойте! А у меня папа тоже в Нацбанке работает. Фу, фу! Еретик! Так, встаньте в места! Какой драгоценный камень я вижу! Что? Я не тебе, булыжник. Эй, алмазик, подойди сюда. Слушай сюда, детка. Давай поедем ко мне домой, купим бутылочку детского шампанского, поставим детскую романтическую музыку, погоняем кота пылесосом. Да вижу, ты любишь рисковать. Короче, жди меня 18. 18 часов? Лет. Что вы показываете? Вы понимаете, что у жюри сидят известные люди, такие как... О, Дмитрий Бабак. И сколько бабак он зарабатывает? Ой, а ты с носа девочкой целовался? Да, Анна Андреевна, с таким президентством вы точно скоро сбежите в лицей на Дону. Денис, вот смотрю на тебя и понимаю, если бы Достоевский тебя знал, он бы кроме идиота написал бы еще придурок, козел и бездарь. О, вы еще и такое читаете? Да нет, мы еще не такое читаем. Заведовал Андрюху и Серегу. Короче, за одноклассников, которые не сдали ЗНО. Пусть ПТУ вам будет пухом. Ай-яй-яй, let's go, поехали! Все считают то, что школа несет отчаяние. Это получил замечание, не доучил нечаянно. Пусть из любого кружит наша голова, как при рассказе запнулась, мечтаем мы начать все заново. Мы писали правила и ошибались все вместе. Наши имена пишутся на заборах и в подъезде. Наташа, встречайся со мной, Сашей, вместо того, чтобы идти дальше с Пашей. Те, кто проиграл гонку в эстафете, какая разница, все равно этим ВКонтакте хвалятся. Это моя школа, брат, 10 А, она мне принадлежит. И таким же, как и я. Она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Для вас выступала команда КВН 1 плюс 1 равно 2. И президент, который читает рэп и Гоголя, Анна Андреевна. Спасибо. Друзья, а теперь давайте взорвемся еще громче, громче, громче и поздравим с днем рождения участницу команды 1 плюс 1 равно 2 Гуденко Карину. Что ж, у нас на очереди так называемая КВНовская яичница. Это значит, что сейчас выйдут несколько молодых команд, они покажут не очень длинные, такие коротенькие выступления. Уважаемые члены жюри, обязательно обратите внимание.
Одну из них, ну или если вы будете столь благосклонны, две команды, вам нужно выбрать в сезон. Пока команда готовится, несколько слов о наших партнерах, друзьях, помощниках. Выражаем благодарность за поддержку Департаменту по делам молодежи и спорта Харьковской областной государственной администрации в лице директора департамента Виталия Владимировича Кириленко. Аплодисменты, друзья! А также Харьковскому областному центру «Спорт для всех» и Харьковскому областному центру молодежи. Также хотим поблагодарить компанию «АИСТ». Ах, эти конкурсы, турниры, соревнования, борьба, призы, подарки, сувениры компания «АИСТ» создаст всегда. Найти можно информацию всю-всю-всю, самую подробную, на сайте награда.биз. Также выражаем благодарность нашему техническому партнеру компании «Токарев Саунд Групп». «Токарев Саунд Групп» — это аренда профессионального звука, светового, диджей-оборудования, спецэффектов и оборудования для сцены в городе Харьков. Ну и, я думаю, не только. Выражаем благодарность нашему прекрасному фотографу Григорию Пузынину. Вы наслаждаетесь моментом, он создает о нем память. Все подробности на сайте grizio.com.ua. Благодарим наших информационных партнеров. Городской портал 057.ua. Это всегда свежие и актуальные новости. Сайт «Геометрия», группы ВКонтакте «Куда всходить», «Харьков Лайв» и группу «Первая столица». А также благодарим за съемку интернет-телевидения «Робинзон ТВ». Что ж, ну и давайте аплодисментами встретим, скажем так, небольшую обойму команд, так называемую КВНовскую яичницу. Аплодисменты, друзья! Добрый вечер, уважаемые друзья! Перед вами экономисты. И нас интересует много разных важных проблем. И чтобы с вами ими поделиться, мы разработали специальное приложение, аналог Siri, Зина. Итак, испытаем. Зина, что такое КВН? Ну, Зина. Цифры, буквы, я не знаю. Хорошо. Зина, где этот человек, который виноват в повышении тарифов? Если увидишь этого пуца, свистни меня. Зина, опиши одним словом экономическую ситуацию в Украине. Зина, Господи, ну, напоследок. Зина, что нам подарить ведущему, чтобы попасть в сезон? Это колечко Кавалли. Ну что ж, дорогие друзья, так как колечка нет, мы начинаем! Научиться решаться за тонкие вещи. Ну что ж. Так, я скажу. Народная мудрость. Если твой парень прав, значит, ты не мужик. Логично. Ну, мудрость — это, конечно же, хорошо, но фестиваль музыкальный нужна песня. Песня есть! Девушкам, которые во всем винят, матушку природу посвящается. Лето на дворе, а кость широкая свисает с твоего бедра. О, а по-китайски? А по-афроамерикански? Так, заткнули, стали на место. Что вы творите? Надежда, раз тут такое уже пошло, на тебя вся надежда. Ведь у меня песня злободневная. Распустилась девчоночка, нарядилась рабынею, а в руках блестит плеточка. Ах, хозяин, накажи меня. 50 оттенков серого, что со мною вы сделали? Так, все, стоп! Что ты вообще показываешь? Ты понимаешь, что в жюри сидят интеллигентные люди, ведущий, уважаемый человек. Кстати, Владимир, спасибо за плеточку. Научиться решаться за тонкие вещи, нам за тариф, девочкам за наши плечи.
Ну и что хотелось бы сказать в конце? Макс, давай лучше я пишу. Я текст писала, я скажу, пожалуйста. А может, я тоже что-то хочу сказать? Я хочу сказать. Пиши, я тебя умоляю, пожалуйста. Не власть, Так, заткнулись! Заткнулись, я сказал! Можно я? Дорогие друзья, и как вы поняли, в нашей команде, как в экономике Украины, все не так просто. Зато можно договориться. С вами была команда КВН «Тонкие вещи». Шутка — это всего лишь начало. Привет! На сцене просто сборная. Просто шутим. А вы просто смеетесь. Начинаем! Самый логический конец фильма ужасов. Блин, у этой психушки так страшно. Может, не пойдем? Хорошо. В ролях Анджелина Джоли, Леонардо Ди Каприо. Самый честный промоутер. Возьмите бред. Возьмите хрень. Мусорка вон там. Итак, случай на рынке. Ну, я думаю, хорошие штаны. Да хорошие. Мой сын в таких уже 2 года ходит. Батя, это не смешно. А спонсор нашего выступления – девушка-чайник. Девушка-чайник свистит, когда готова. Итак, представьте, девушка знакомит парня с отцом. Тато, познайомся, це Денис. Він кури, п'є та б'є мене. А їсть він добре? Так. Ай, молодець! А на сцені для вас виступала просто зборна. Просто Влад. Просто Денис. Спасибо. Добрый вечер, Харьков! Перед вами полчаса до пролета. Фестиваль – самое время знакомиться. С девушками. После всего, что мы испытали. Девчонки, вы, конечно, ничего такие, но вам на двоих по 27 лет, а я не Берлускони, второй раз не отмажусь. Мы не останемся друзьями. Ну что же, приступим. Так как мы представляем агро-университет... Это что там у нас такое? Спокойно, это ко мне. Народная мудрость. Если в зале есть тёлочки, значит на сцене я, Артёмочка. Ну, решил я устроить одной горячей цыпочке романтический ужин. Ну, сидим мы, короче, с ней в буфете. Я пиццу так эротично вилочкой колупаю. Развлекаю ее, как могу. Читаю анекдоты с чеком. Хорошо, что у нас их 2. Ну, мы платим каждый сам за себя. Я не хочу, чтобы она подумала, что может купить мою любовь. А теперь представьте случай на сказочном райончике. О, Белоснежка. Может, познакомимся? Гоп. Эй, гоп. Парам-парам-пам-парам. С недавнего времени я не езжу на свидания к девушкам. Это они ко мне приезжают. А знаете почему? По 5 рублей маршрутки. А теперь случай в сельском клубе. Здравствуйте, бармен. А можно мне коктейльчик «Зеленый мексиканец»? Не.
тільки синій українець. Но я настолько суров и брутален, что когда я смотрю в зеркало, оттуда на меня смотрит такой зашуганный лох. А теперь индус с хорошим чувством юмора. Дорогой, что ты делаешь? Ну, и в конце хотелось бы поговорить о серьезном. А можно я? Внимание, дорогие дамы, я уже съехал от мамы. С вами была команда КВН «Полчаса до пролета». Спасибо! Ребят, мы уже здесь, можем начать с хорошей рифмы. Здорово, пацаны, красавицы, привет! До нас тут не смеялись, исправим мы дефект. Питали до упора, мы спашим этот квест. Вам юмор обеспечим. Давайте начинать! Да ты поэт. Бездомный торопится домой. Ура! Дом! Такси! Такси! До Салатовки подбросьте, пожалуйста, такси! Спасибо! Зритель бывает разный. А давайте представим, как КВНщики видят зрителя. Зритель высшей лиги. Какие прекрасные сцены. А Юб великолепно. Молодцы, хорошая игра, да. Харьковские зрители. По 100 гривен билет, а ну на. Друзья, ну вот посудите сами, сейчас все сидят в интернете, в этом ВКонтакте. А вот вы молодцы, пришли на игру, поддержать любимые команды. А когда придете домой, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и ставьте лайк. С вами была сборная КНАУ. Спасибо за внимание. Играл во многих разных лигах, и там я разное видал, но ничего нет. Не заменит родимых харьковский мой зал. Но только ты, лига моей мечты. Только ты, лига моей мечты. Но только ты, лига моей мечты. Только ты, лига моей мечты. Спасибо! Спасибо! Спасибо уважаемым командам. Я напомню уважаемым членам жюри, что нужно выбрать всего одну из этой четверки, кто, собственно, отправится в сезон. Продолжает наш фестиваль команда, название которой новое, а вот сами ребята добились звания финалиста нашей лиги в составе команды КВН «Пацаны, вообще ребята». Итак, встречайте, освежевшая, я не знаю, как это еще назвать, команда КВН «Фрэш», город Харьков. Руки выше! Да-да, ими даже можно хлопать! Ноги выше! Да-да, ими даже можно хлопать! Голос выше! Гимна выше! Эй! Привет, 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 привет! Шалом! Перед вами команда Fresh! Здоровая пища! Здоровый юмор! Здорово! Так, мы два репетировали. Здорово! А это Богдан Малеванный. Он единственный учился в детском саду на контракте. Отчислили
и в армию. Зарисовочка Буратино у патологоанатома. Но я ж как-то должен узнать, сколько тебе лет. Это Егор Ткаченко. Егор ответственный за сексуальность в нашей команде. Да! Егор, что там с сексуальностью? А, сейчас подойдет. Эй, детка, дай мне огня, девица со мной до утра. Будешь хотеть снова и снова, ведь это King's Ice Promo. Стих. Весенний. Вчера решил сесть на диету. Смотрю, а в зеркале кошмар. Не должен мир увидеть это. Кабан под 40 килограмм. Из рациона исключу я воздух. И лишней станет мне вода. Ведь правильно твердит реклама, что норма — это 32. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о ромахе и котлете. Ромаха, а что ты нам покажешь? Ну, я могу пиццуху показать. А ну давай. Угадай, в какой? В этой? Не-а. В этой? Не-а. Ах ты, сухофрукт. Ты ж еще молодой. Пацаны, 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 здорово. Извините за опоздание. Да ничего, а вы кто? Отойди. Читай. Вова. Вы знаете, мне это ни о чем не говорит. Читай дальше. Владимир Сергеевич Кармазин, 1985 года рождения. Овен по знаку зодиака стрелец. Добрый семьянин, без жены, детей, любит пюре. И просто красавчик. И это все на двух пальцах поместилось. Ничего себе, у него целых два пальца. Вова, Вовочка, Владимир, мы тут все интеллигентные люди. А что вы закончили? Как что? Сковороду. Оно и видно. Походу, еще кастрюльку и судочки. Да! Я буду играть в вашей команде. Да? И что мы будем показывать? Поехал к бабушке, вернулся от бабушки. О боже, он сожрал бабушку. Депутат старого созыва, нового созыва. Да что ж там с бабушкой-то? И вообще, что вы умеете? Я умею бить в лицо. Команда КВН Фреш, самая дружная команда КВН. Эй! Итак, все помните такое понятие, как визитка Яроша. Мы решили пойти немного дальше. Итак, внимание на экран. Девятка Яроша. Кредитка Яроша. Взятка Яроша. Улитка Яроша. Кока-кола Яроша. И в конце, что вы думали, Мел Гибсон Яроша. Продолжаем. А сейчас хотелось бы пригласить на эту сцену Дмитрия Бабака. Победитель 5-го сезона X-Factor. Красивый парень. Помог бабушке перекопать весь огород. И самое главное, сумел похудеть к лету. Он просто красавчик. Больше он известен для всей страны как цифра 8 на номер 7766 с мобильного. Аплодисменты, Дмитрий Бабак. Дима, вам нужно просто следовать нашим указаниям. Итак, перенесемся на генеральную репетицию шоу финала X-Factor'а. Режиссер-постановщик дает последние указания. Жипо! Ну вот! Вот! Плохо! Дима, поймите, тебе с таким лицом денег никто не даст. Я так и говорил. Давай как-то погрустнее и руку вперед. Жипо! А давай переверни. И как будто ты в метро. Жипо!
И вообще, что за жипо, я не могу понять. Это ты название китайской зажигалки или что? Жипа! Или на что впервые смотрит Олег Ляшко? Жипа! Или нет? Давай сделаем так. Давай просто аранжировку поменяем и вот так попробуем. Весна опять пришла, и очень тепла. Да я вчера глядя, моя жипа! Да, вот так лучше. Кстати, Эльдар, ты не против, если Дмитрий выиграет X-Factor? Не против. Нет, отлично. Дима, я напомню, мы идем за 1 000 000 гривен. Жипо! 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 А выигрыш поделим. Обязательно. А мы не можем упустить такой возможности и не сфотографироваться со звездой такого масштаба. Дмитрий, сфотографируй меня, пожалуйста, с вице-чемпионом высшей лиги Владимиром Борисовым. Ладно, конечно, это шутка. Шутка, шутка. Итак, ваши аплодисменты замечательному артисту, победителю X-Factor'а Дмитрию Баваку. И всегда ваша команда Fresh. Команда КВН Fresh! Дорогие друзья, я, в принципе, попрошу Дмитрия далеко не уходить. Мы следующим командам дадим время отдохнуть, вам насладиться замечательным голосом Дмитрия. Для вас поет победитель шоу X-Factor Дмитрий Бабак! Спасибо большое, да? Где-то за тучи рвали меня, жителями случаи, белые звезды, что спали на голом полу. Мокнет стекло, каплями вышито, бьет мокрый дождь, сырость под крышами тянет немой книгу от слепоты, а ты. А может кто-то там есть, кто-то там все-таки есть. А может кто-то там есть, это же я. Называется наше ты. Стены меняют цвета тем, кто скажет им, больше не в силах держать. Взять, отпустить тех, кто просится. Быть или нет, думать не хочется. Нужно, наверное, бежать. А может кто-то там есть, кто-то там все-таки есть. А может кто-то там есть, смотри, это же я. Это же я!
божия. Спасибо большое, Харьков, спасибо. Громче, друзья, это же Дмитрий Бабак! Что ж, можно еще раз поаплодировать Дмитрию, пока... Вот, пошли уже цветы, поклонницы. Друзья, и можно также аплодисментами поддержать наших партнеров. Аттракцион 7D Deep – это серьезный виток в развитии кино и сферы развлечений. Его уникальность заключается в том, что теперь вы сможете не только видеть и слышать, но и чувствовать все, что происходит на экране. Эффект полного присутствия достигается с помощью подвижных кресел, 3D-изображения, объемного звука и настоящих, но безопасных спецэффектов. Также мы благодарим компанию Unitemp. Работа на круизных лайнерах. Путешествуй, зарабатывай, получай бесценный опыт и океан эмоций. Требования, собственно, простые. Возраст от 18 до 33 лет, разговорный английский, трудолюбие и ответственность. Вот сейчас главное, друзья, заработная плата $1200-$3000 в месяц. Официальное трудоустройство, полный пансион и возможность увидеть мир. Дубай, город третьего тысячелетия, мировой центр первоклассного отдыха и высоких технологий. Получи уникальный опыт работы в самом роскошном мегаполисе. Успей забронировать горячую вакансию. Старт 12 мая. Где найти, собственно, и как познакомиться с компанией Unitemp? Группа ВКонтакте unitemp.работа, сайт unitemp.com.ua и телефон 099-286-47-47. Повторю на всякий случай. 099-286-47-47. Ну, я думаю, можно продолжать наш музыкальный фестиваль. Сейчас на сцену выйдет замечательная команда из города Харьков. Дебют в нашей лиге у команды КВН «Студенческая». Ваши аплодисменты! Мы команда, представляющая современных педагогов, и мы любим рассказывать о себе. Так вот, я нашла свою вторую половинку. Где? В зеркале! А потом вторым боком стала и другую нашла. А я нашла новый метод похудения. Сейчас я вам покажу. Воу-воу-воу, мулатка, встань на место. Вот так надо. Стас, хватит! Стас, остановись! Не могу! Это уже судорога! Вот ты не можешь без этого, везде вставляешь. Кстати, вы девушек себе хоть когда-нибудь найдете? Даш, для нас это не проблема. Ой, мы-то вас лучше знаем, поверьте, проблема. Вы друзья, вы свободные птицы, только мамы одни вас поймут. И не видим вам смысла жениться, ведь мужья вас вообще не берут. Потому что вы уроды. А ну, боже, ты скажешь! Зачем? Ну и боже. Даша, и вообще, ты первая за меня замуж побежишь. Ох, я даже представила нашу первую брачную ночь. Даша, хватит! Даша, пожалуйста, прекрати! Знала б, не ждала б до свадьбы!
Вот вы долго ссориться будете, а? Согласна. Поэтому погнали, преподы! А сейчас представьте, ситуация в поезде. Девушка, вы знали наволочку, две простыни. Где вафельное полотенце? Я его с чаем сожрала! Еврейская сборная по гребле. Впереди арабы. Девушка, которая сменила iPhone на Android. Дура, дурай. Песня путаны, которая не берет денег за работу. А может ночь не торопить и все сначала повторить. Момент, когда Адам раздевается перед Евой. Кровавый лист дрожит и падает. И как же без нее? Где-то в темном переулке. Помогите, спасите, хулиганы, что же мне делать? Я знаю, кто меня спасет. Меня спасет баба быдла. Баба быдла! Баба быдла! Реально много. Поэтому на следующую игру, чтобы все сдали по 30 гривен на шторы. С вами была команда КВН студенческая. Спасибо! Она вернется, по-другому быть не может, нет. Она ведь придает моему полумраку свет. Не столько снега дали, пошумим. Команда КВН студенческая, ваши аплодисменты! Команда КВН «Фреш» благодарит проректора НТУ ХПИ Юрия Дмитриевича Сакару, Дмитрия Мартусенко за техническую поддержку и школы английского English School. Вы уже по свитерам, наверное, догадываетесь, что следующая команда со своеобразным чувством юмора. Встречайте, гости нашей лиги, команда КВН «Наивность», город Кировоград. Я белых журавлей заклевала краля. Подождите, что вы делаете? Разве можно такую чушь со сцены нести? То есть всем звездам эстрады можно, а нам нельзя, что ли? Ну кому? Кому это всем? Ну вот, например, певица Айова поет о том, как она не искала бутыль. Я не искала бутыль. Бутыль? Бутыль. Бутыль! Бутыль! Я просто думал, что никому нельзя. Ну а раз уж всем можно, ну тогда давайте и мы раскачаем Ю-ю-ю! Этот зал! Щи-щи-щи, харьковчане! 2015! Фанерки.ком. Любые фонограммы на заказ. Ну не очень-то и хотелось. Тогда давайте все вместе переступим черту адекватности.
Лапуакар Харьков! Приехала команда из Кировограда. Думали, нормальные? Так вам и надо. Спортсмен и эксцентричное копье. Это не ты меня бросаешь, это я тебя бросаю. Все мужики козлы! Кто стучится в мозг ко мне на зеленом на коне? Это он, миниатюрок марафон. Бабочка-однодневка берет кредит. Подытожим, 46% годовых выплачивать равными частями в течение следующих 20 лет. Качели долго не качались, качели долго не скрипели. Сама построила качели, отличные, кирпичные. В Кировограде немного необычные бандиты. Тебе привет от Лысого. Ему тоже привет. А следующий... Ребята, караул. Что случилось? На фестиваль приехали музыкальные цыгане. Чего? Они воруют лошадей из песен. В смысле? Слушайте. Есаул, Есаул, что ж ты бросил? Ай, да ну, да ну, да да. Так, все, мне это все надоело. Бодя, втащите ему. Богдан. Что? Вы что, на сцене музыку слушаете? Ну да, это же фестиваль музыкальный. Это скандал. Скандал — это выступление сына Сергея Шнурова на детском утреннике. Что такое? Да, что это такое? Мать моя, студентка политеха. Богдан, там поется, отобра... Вы что, выпили? У нас тут клуб веселых и находчивых, а вы выпили? Ну да. Каждый нормальный пацан знает, что перед клубом нужно пахнуть. В клубе дорого. Мне кажется, ему не место в нашей команде. Ладно, тогда я не буду играть в КВН. Я поиграю на пианинка. Друзья, перед игрой подошел к нам Дмитрий Бабак. Ну, вы его, наверное, знаете, победитель X-Factor. И говорит: ребята, а купите у меня диск с автографом. Ну, вы, конечно, сразу призадумались. Все-таки CD-RV. Но потом решили отказаться. А он такой посмотрел на нас и говорит: а, так у вас денег нет. И ушел. На самом деле мы, конечно же, придумали эту историю. Деньги-то у нас были. Просто артиста лучше слушать вживую. А для вас вживую выступала команда КВН «Наивность». Спасибо! Тормоза не откажут на спуске, на подъем. Команда КВН «Наивность», спасибо! А сейчас на сцену выйдет хорошо знакомая вам команда КВН, полуфиналисты первого сезона Лиги Восток Юэй, вице-чемпионы Харьковской молодежной лиги КВН 2015, потрясающий музыкальный коллектив «Соединенные Штаты Истерики», город Харьков. Свою первую песню девчонки хотели посвятить, но батюшка не пришел. Поэтому слушаем. Итак, студенческая актуальная. Понедельник, день степухи у тебя получают.
ее все твои друзья. Вокруг веселье, и в кармане твой монет, но тебя в списках нет, нет. И продала ты почву. Так, стоп! Уважаемые мужчины и те, кто втягивает живот, стоя на весах. Маленькое недоразумение. Девочки, это музыкальный фестиваль. Нужно петь только смешные песни. Вопросы есть? А правда, что если пасти корову на кофейной плантации, то она сразу будет давать латте? Танечка, лучше спой что-нибудь. Девушка по городу шагает босиком, и вечер уже будет девочка с грибком. Так, стань. Ты в своем уме? Откуда ты взялся вообще? Вышел с кулисы. С какой? Стой. Стою. Что вы несете? Вот мало вас в детстве пороли. Так, встань на место. Завелась, как футболисты-металлисты при виде зарплаты. Что вообще несете? Что себе позволяете? Да сколько можно нам постоянно все запрещать? С бабушкой голосом Сталина не говори, с пиратами не общайся. Да сколько тебе раз повторять, что капитан Блейк и Джек Дэниелс — это не пираты? Так что, у меня была не морская болезнь, да? Ты вообще адекватная? Оу, yeah! Успокойся! Как вы меня уже достали! Слушай, если будешь так с нами обращаться, я позову своих братьев. Вот запомни, будешь плохо себя вести, они заберут тебя с собой. Мотивашка! Так достаточно! Отныне вы говорите и делаете только то, что я вам сказал. Всем привет! Ну что, девочки, будем веселиться? Тем более я знаю, на ком сегодня кружевное бельишко. Сергей, вы бы не хвастались. Да. Ты совсем не романтичный. Это я не романтичный? А вот это вот что такое? Это я не романтичный? Так прекрати! Девочки, это вообще кто такой? Это наш друг. Сколько вам раз повторять, не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. А если и бывает, то они потом оба делают вид, что ничего не было. Я вообще-то сюда не за дружбой пришел. Может, потанцуем? Нифига себе у тебя копчик. Это травмат. Ой-ой-ой-ой, с тобой опасно. Послушай, ты зачем постоянно за ними ходишь? Тебе что? Тебе здесь что, медом намазано? Нет. И вообще, девочки, пойдемте со мной. Девчонки, ну вы же понимаете, что я ваш лидер, да? Это что, нам уже и выбрать нельзя, с кем общаться? Нет. Лидера ответ. Даже так? Ну учтите, если вы будете со мной, то сможете поработать с Владимиром Борисовым. О, круто, а Вова работу нашел. Девочки, если останетесь со мной, я разрешу изменять своим парням. Сравняю счет. Ой, девочки, а давайте сами считалочкой выберем. Сидел? Да ладно, было и было, что ты сразу вспоминаешь-то, а? Послушай, то, что ни с тобой ничего не означает. Ведь главное, это то, что у человека находится вот здесь. Сосок? Это все, на что ты способен? Нет, аудио-юмор. Представьте, первая брачная ночь с Тимати. Все. Ну ладно, раз они с тобой, покажите один номер, только приличный. А следующая песня будет о кулинарии. Ну, нам так и сказали, что на что-то там на постном масле. На любой московской гулянке каждую ночь и даже с позаранку называют украинку Янку. Хунта Янка.
Что это за песни? Заканчиваем. Уважаемые девушки, в конце хотелось бы сказать, почему вы считаете, что если вы удалили все входящие смс, то мы не можем набрать звездочка, 104 звездочка, 33 решетка и прочитать их? А что вы так напряглись? Соединенные Штаты истерики, доверяйте друг другу. Сожги! Голос рвает в этой игре на фестивале. Улыбнется каждый из вас. Может быть завтра, а может быть прямо сейчас. Прямо сейчас. Минуточку внимания. Уважаемый зал, с вашего позволения, нам хотелось бы сказать, что сегодня для нашей команды знаменательный день, потому что сразу у двух участниц нашей команды сегодня день рождения. Девочки, выйдите, пожалуйста. Девочки, несмотря на то короткое время, которое вы с нами, мы стали настоящей семьей. И мы очень хотим, чтобы наша дружба прошла через долгие-долгие года, и вы всегда нас радовали своими улыбками. Девочки, мы вас очень сильно любим. С днем рождения! Самая дружная команда КВН. Что ж, друзья, еще немного слов благодарности. Выражаем благодарность компании «Елка Продакшн». «Елка Продакшн» — это организация концертов и праздничных мероприятий. Ищите нас в социальных сетях. Выражаем благодарность также Дворцу студентов КПИ в лице директора Анатолия Федоровича Марущенко. Очень сильно благодарим гостеприимный киноконцертный зал «Украина». Ваши аплодисменты, друзья. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех вас 19 мая в 18:00 в рамках закрытия сезона состоится Кубок Кубков Харьковской молодежной лиги КВН. Вас ждут лучшие команды Харькова и множество команд из разных уголков нашей страны. Приходите, будет очень весело. А 23 мая, друзья, в киноконцертном зале «Украина» вас ждет Сергей Притула с новой шоу-программой «Перше украиномовне гумор-шоу». Билеты на сайте «Интербилет» и в кассе киноконцертного зала «Украина». А продолжает наш музыкальный фестиваль. Продолжают столичные гости, друзья. Встречайте. Команда КВН «НОС», город Киев. Здравствуйте, дорогие друзья! Перед вами команда КВН «НОС». Мы немножко нервничаем, просто мы первый раз играем в таком большом зале. Если честно, мы вообще первый раз играем в зале. Да чего уж скрывать, мы вообще первый раз играем. Говорят, первый раз он всегда смешной. Чего нервничать? Встречайте, мои ребята Евгений и Валерий. Раз музыку выбираем мы. Итак, давайте знакомиться. Это Артём. Он умеет петь и постоянно об этом напоминает. Песня реалиста. Ни доллар не буде п'ять. Thank you.
Это мой кореш Валера. И он всегда отвечает под фанеру. Здравствуйте. Я говорю вам, здравствуйте. Валера хорошая фанера. А я Жека. Капитан. Ну чё, как там дальше в КВНе говорят? Мы начинаем КВН. Спасибо, Валера. Ну что, понеслось? Любила так меня, твердила да-да-да. Мы с тобою навсегда, как не разлей вода. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалею ног. А пока вы думаете, куда ушел Валера, песня! Рай, обещают рай нам наши власти, дай им украсть хоть миллион для счастья, знай, что этим людям не страшна любая власть, все, что понравится, несложно им украсть. Успокойся. Артём, скажи, ты дебил? Я нет. Встречайте, дебил! Так, я не понял, кто это? Валера! Это я понял, с тобой кто? Любовь, надежда и вера. Девочки, вы здесь лишние. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Влюбила так меня, твердила да-да-да. Мы с тобою навсегда. Что-то скучно. Песня! В церковный хор взяли не того солиста. Аве Мария, Санта Лючия. Санта Лючия. Мне танцуй, дай мне все ваши танцы. Влюбила так меня, твердила да-да-да. Мы с тобою навсегда. Пацаны, мы уже 5 минут на сцене, пора заканчивать. Песня! Подожди. А сейчас нам с Валерой будут завидовать все мужики в зале. Да. Артём, отойди. Любите КВН, три буквы КВН. С КВНом навсегда, как не разлей вода. И танцуй до утра, танцуем да-да-да. Из-под ног плывет земля, спасибо вам, друзья.
вас выступали. Никитин. Овчаров. Сосновцев. Команда КВН «Нос». Спасибо. Любила так меня, видела так, да, да, мы с тобою на все. Команда КВН «Нос» и Валера. Что ж, а следующая команда, которая выйдет на нашу сцену, пожалуй, их можно назвать ветеранами Харьковского КВН. Многократные финалисты Харьковской молодежной лиги КВН, участники Слобожанской лиги КВН, потрясающий и одновременно неординарный коллектив, команда КВН «Позитива», город Харьков. Добрый вечер, уважаемые друзья! Ну что ж, пришла весна, а это значит, что именинники начинают выставляться на улице. Выключили отопление, которое так и не включили. А также каждая вторая девушка пытается выделиться, одев платье с глубоким вырезом. Мы тоже выделимся и не покажем. Так, стоп! Давайте покажем что-нибудь нормальное. И поскольку Кате нечем выделяться, она расскажет алфавит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, так, И. Так, стоп! Обманул. Кать, мне кажется, ты пропустила букву. Какую? Как вы заметили, мы не совсем адекватная команда, поэтому шутка на китайском. Оксан, разве это смешно? Так это ж про памятник Ленину. Серьезно? Да вот тебе крест. Секта неадекватного юмора, позитива. Улитка! На скрип колес маршрутки отозвалась стая китов из Атлантики. Парень перепутал имя в постели. Кто такой Ашот? Битва змеи и библиотекарши. Кафе для мазохистов. Свободная плетка. Подходите, наказывайте. Конфликт поколений. Сынок, а ну подойди. Сынок, ты что? Сынок, ты что, дебил? Нет, это ребята дебилы, я просто рядом стоял. А выступление нашей команды как женский кадык. Редко бывает, но смешно. Ленивый бомж. Подайте копеечку ради Христа. Подайте копеечку. В маршрутке. Разрешите пройти? Я вам не мешаю. Как же? Ваше копье уперлось мне в лоб. Так лучше? Так в ногу. Я сейчас все исправлю. Ха! За что? За двоих. А внимательный зритель мог заметить, что фестиваль музыкальный. Поэтому песня.
Музыка мелодичная, слова так себе. Нам сделали прививку в первом классе, но больно было всем, не только мне. Ведь на Земле всего 4 расы, но привиты далеко не все. Я подошла к нему, послушай, Лена, ты можешь нет сказать, тебе решать. Сейчас совсем не думаю об этом, просто хочу манту я почесать. Чеши со мной, почеши со мной, чеши со мной, почеши со мной, чеши со мной, почеши со мной, почеши со мной. А вообще, мы очень наблюдательная команда. Недавно мы видели, как по улице шла девочка, ветер развивал ее волосы, а рюкзачок на левом плече сколиоз. От этого она все время ходила по кругу. И чтобы восстановить несправедливый баланс, мы сняли с нее правую туфельку. И она пошла прямо, прямо и налево. Маразм. То, что не развивает у нас сколиоз, делает нас стройнее. Команда КВН, спасибо! Позитива! Команда КВН, позитива! Что сказать о следующем коллективе? Для этой потрясающей женской, да-да-да, женской команды этот сезон будет вторым в нашей лиге. Девчонкам совсем немного не хватило в финале, чтобы завоевать бронзовые награды, но в этом году девочки решительно настроены ворваться, я думаю, что минимум в тройку лидеров. Встречайте, гости из города Сумы. Команда КВН «Любимая». Приехала супер женская сборная, прям из Сум, любимая, мы шикарные, сексуальные, ножки стройные, но не замужем, старая, одинокая, красивая, тупая. Здравствуйте, мы абсолютно женская команда КВН «Любимая». И в Харьков мы приехали только за победой. А я за мужиком. Тем более запросов у меня немного. Первое, чтобы был живой. Все. Я не поняла, вы что ей гримерки закрыли, а? Мы просто думали, что она спала и не хотели ее будить. Я просто моргнула! Девочки, полюбуйтесь. Два официальных лица мясного павильона на рынке. Як думаешь, я двоих с подачи вырублю, а? Ладно, ладно. Если вы хотите играть с нами в команде, вы должны хоть что-то уметь. Легко! Песня! Сегодня праздник у девчат. Сегодня свингер-пати. И скоро будет не понять, где Лена, а где Катя. Так все, я здесь самое главное. Значит так, вы за сценой, вы на сцене, вы смеетесь, все. Лейла, а я вчера с твоим бывшим гуляла. Ах ты, девка гулящая! С Костей? Нет. С Сережей? Нет. С Альбертом? Нет. С Валерой? Нет. С Абасом? Нет. С Михалычем? Нет. Перейдем к 2014 году. С Андреем? Да. С Лешей? Нет. С Ильей? Нет. С Андреем! Я же его до сих пор люблю! А он сказал, что ты толстая и предсказуемая. Лина, любимая моя, и непобедимая, любовь моя.
каждой выпитой рюмкой теряет не только самообладание, но и еще одну букву алфавита. Итак, первая рюмка. Стоп, 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 стоп. Вторая. Топ, 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 топ. Третья. Оп, 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 оп. И четвертая. Лика, любимая моя, и победи моя, любовь моя. Наша Даша настолько тупая, что не понимает мужских намеков. Полдевятого. Лика, любимая моя, и победи моя, любовь моя, моя именно, и любимая. Девочки, а я себе новые лосины купила. Леся, называй вещи своими именами. В твоем возрасте правильно говорить. Га-ма-ши! Мы почули слово «гамаши», и мы уже тут! Точно! Он правый, он левый! Я не поняла, вони що нас обзывають? Га-маша! Девочки, вы не можете играть в нашей команде. Вы этой сцены недостойны. Значит так, кто тут достойный, а кто не дуже? Решить батл! Ladies and gentlemen, в батле принимают участие представительницы двух субкультур. Панорама Лаунч и Панорама Стайл. Are you ready? Let's go! Тяжело. Ну, давай, давай, шо? Катя, что за цирк ты устроила? Вставай. Не встану, пока в команду не возьмете. Девочки, возьмем? Нет. Шесть мамо. Любите нас такими, какие мы есть, а их нет, спасибо. Команда КВН любимая. Лига Восток ей выражает благодарность за поддержку департаменту по делам молодежи и спорта Харьковской областной государственной администрации в лице директора департамента Виталия Владимировича Кириленко, Харьковскому областному центру «Спорт для всех» и Харьковскому областному центру молодежи. Также мы благодарим наших информационных партнеров и друзей. Городской портал 057.ua. Всегда свежие и актуальные новости. Сайт «Геометрия». Группы ВКонтакте «Куда всходить», «Харьков Лайв» и группу «Первая столица». Благодарим за съемку интернет-телевидения «Робинзон ТВ». Также мы выражаем благодарность гостеприимному киноконцертному залу «Украина» Харьковской городской молодежной лиги КВН и Слобожанской лиги КВН. Продолжим. Команда, которая следующей выйдет на нашу сцену, стала вице-чемпионом лиги в 2014 году. Также ребята могут похвастаться чемпионством в Харьковской молодежной лиге в том же 2014 году. Любимцы харьковской публики. Команда КВН «Николь Кидман». Встречаем!
гостиничного номера своего. Я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите... Здравствуйте, на сцене Николь Кидман. Ваши аплодисменты можете оставить себе, вы никому ничего не должны. Дорогие друзья, в нашей команде собраны люди разных профессий. Вот Женька, например, каскадер. Он каскадер от мозга до костей. А можно в этот раз не до костей, просто заживает долго? Жень, хватит портить нам выступление и жизнь. Погоди. Алло, это юмор. Здесь Альберт такое мочит. Приезжай, короче, все расскажи. Мы с такими шутками дальше не пройдем. Ты, как обычно, когда не проходишь, животик втянул. Успокойся. Альберт. Альберт, мы же в Европе. Ты кто такая? А что, не ясно? Я женщина, а значит, я актриса. Во мне 100 лиц, со мною 1000 хачей. Я дурук, ты дурук, модель. Ты еще кто такой? Вообще-то, я народный артист. Нет такого плохого народа. Афрославянин. Братан, смотри, какая типичная картина харьковской фауны. Три осла и красивая тёлочка. Я извиняюсь, а откуда такой нездоровый интерес к парнокопытным? Женя. Стой молча, а вы оба, хватит говорить глупости. Хочу и говорю. Вот хочу и говори. Женя. Хватит вести себя как дурак. А у тебя пальцы как сардельки. Жрать! Тихо-тихо. Это и вам. Тихо-тихо. Это и вам. Тихо-тихо. Было обычный день. Встань на место. Жень, вот ты вроде нормальный парень. Покажи что-нибудь классное. Стриптиз. Дорогие друзья, то есть все понимают, что сейчас будет происходить, да? Я буду медленно под музыку раздеваться. Ну, фестиваль же музыкальный. Вообще, вот мой стриптиз, он как эротика на детском канале. Ну, можно было и не показывать. Ну, не знаю, пацанам нравится. Немного о себе. Родился под Харьковом, в метро. Живу на Рогане. Ну как живу? Спасибо. Ну как живу? Выживаю. Встань на место. Ну вот, Женька, ты классный актер. Давай миниатюру покажем. Нет. Ну давай покажем. Нет. Стеснительные стриптизеры. Ну давай покажем. Нет. Ну давай покажем. Так. Нет. Успокойтесь, молю вас всеми богами Олимпа. Ну это как-то не по-православному. Воистину. Так. Это еще кто такой? Это Костик, он таджик. Я украинец. Таджик, украинец, кто мать, кто отец, непонятно, но так интересно, давайте посмотрим. Вы дураки, вы оба, давайте, покажите какой-нибудь классный номер, давай. А следующая миниатюра, она такая же прикольная, как первый секс. Ну, наверное. Кавказцы в Шотландии. Братан, отсюда срочно надо сваливать. Тут фиг поймешь, на какую юбку можно смотреть, на какую нет. Не знаю, я с детства сюрпризы люблю. Дедушка, можно? She's got me dancing, she's got me dancing, she's got me dancing. Друзья, я понял, что с вами успеха не добиться. Встречайте, наш новый актер Салат Абишевич.
Братан, с каких это пор к нам в коллектив начали брать чурок? Сам не знаю. Да ведь что-то поменялось. Я русский! Салат Абишевич, сейчас в нашей стране не русским быть лучше, чем русским. А, тогда ладно. О, Чикен Макнаггетс. Кать, что это было? Ну, у нас же равноправие, ну, могу позволить себе. Кать, ты ведешь себя неподобающе. В смысле? Ну, вот ты в вуз поступила. Ну, да. А ведешь себя, как будто не поступила. Да ты меня достал! Музыкальный фестиваль, значит, вся надежда только на тебя. С удовольствием. Кольщик, наколи мне купола. Рядом чудотворный крест с иконами. Чтобы играли там колокола. С переливами и перезвонами. Друзья, на самом деле никакого юмора, это просто идет от сердца. Кінці, неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Неважно, на якому язикі ти говориш. Без взгляду на то, яким язиком мовиш. It's not important which language you speak. Хайсі тіл таке пляйлінг мухмдел. Арак нішнула бар, у мене назил апараку. Тарбіліцюн чіканч лізове спосум, братан. Важливо лише одне, те, що ми всі одне одного розуміємо. Майже всі. Николь Кідман, Харків. Любіть маму, мойте руки милом. У тебя є все, мама, ми нам забудьте. Команда КВН Николь Кідман. Ну а сейчас, как любит говорить Алла Александровна, при объявлении команды из Университета гражданской защиты Украины, девчонки, трепещите. Команда КВН «Украинские спасатели». Здравствуйте! На сцене «Украинские спасатели». Музыкальный фестиваль. Кто умеет петь? Ну, я хорошо пою. Ой, Жень, ну, кто тебе это сказал? Все. Пацаны, я хорошо пою. Да, 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 конечно. Ну, давай. Сяду я верхом на коня. Ты вези лошадка меня. Вези давай, шо с ней, вези. Жень, пожалуйста, сделай одолжение, отойди от пони. Это кони. Был кони, стал пони. Так, кто еще что подготовил? Ну, у меня загадка есть. И тот, кто ее отгадает, получит 100 гривен. Без окон, без дверей, полногорница людей. Дыня, давай бабки. Дыня. Дыня. Ну, у меня больше нет. А в дыню. Так, стой, стой. Жень, КВН, музыкальный фестиваль. А в бубен? О. Ну что, спасатели, давайте зажжем. Может, потушим? Давайте сначала зажжем, а потом потушим. Следующим по сценарию нашего выступления на эту сцену должен выйти пожарно-спасательный бойс-бэнд. Но они, как всегда, опаздывают. И вот они, встречаем их бурными аплодисментами! Йоу-йоу-йоу-йоу! Пожарьё! Ребята, здравствуйте! Скажите, как называется ваш коллектив? Витёк! Вас так зовут? Не, просто вокально-инструментальный такой йоу-коллективчик!
Ходят слухи, что в шоу-бизнесе нужно либо хорошо петь, либо быть сексуальным. Я надеюсь, вы хорошо поете. Ну, конечно, хорошо поем. Скажите, а где вы берете тексты ваших песен? Ну, мы просто недавно украли информацию из компьютера Дмитрия Бабака. Как? А вот так. Ну и давайте вашу первую песню. Наша первая песня будет о самом дорогом, что у нас есть. О бензине? Нет, о воде. Красный ЗИЛ, сирена и вода. Вот такими нас встречают города. Жека, Эндрю, Никитос и Борода. Без воды вообще не есть им никогда. У-у-у, вода решает вопрос. На всех столах жри вода, а не букеты роз. Купил воды в киоске, разменял вопрос. Если подержать, то выйдет через нос. Вода бывает разная. Жидкая, твердая, газообразная. Если хочешь быть настоящим мужиком, не пей виски с колой, пей виски со льдом. В Крым перекроем воду, не затягивай кран. Ты будешь просто обычный, но не мытый пацан. Качай с нами, не забывай про воду. Кто-то качает свет, а в Украине воду. В Украине есть вода, ну и свет иногда. Ну и свет иногда. Если выключат свет, то воды тоже нет. Вот такая страна. Ребят, так поете, аж воды захотелось. Скажите, а вы песню только на пожарно-спасательную тематику поете? Не, можем сейчас на любую тему зафристайлить. Давай, накидывай. Давай. Хорошо, давайте. Ведущий лиги Владимир Борисов возвращается в свой родной город Днепропетровск. Легко. Давай музыку. Скорый поезд к дому мчится, прилетел домой, как птица, в город без названия. У проспектов нет названий, и улиц нет названий, декоммунизация. Ребят, ну вы даете вообще, скажите, есть что-нибудь еще? Да, сейчас вообще хитово. Запахло весной. Стоп! Так это ж полная фигня. Я не знаю, у Бабака на компьютере подписано хитовое. Скажите, вот вы ездите по городам, а есть что-то для простых людей? Ну, конечно, у нас есть песня на сельскохозяйственную тему. Поехали. Повышать, повышать. Нужно нам сельхозпроизводство. Есть корова одна. В день дает молока литров 100, чтоб ее поощрять. Каждый день, заходя я на дойку, так люблю нажимать. Главный орган в тебе моя зорька. В имя любимое мое, твое имя. В имя любимое мое, твое любимое. Ребят, ну скажите, есть что-нибудь еще? Нет, это все. Но мы планируем расширять свой, понимаете, репертуар. Да, мы просто купим флешку на, не на 2, а на 4 гига, да? Чтобы больше вмещалось. Друзья, ну и как самые настоящие спасатели, в конце мы будем вас учить чему-то полезному. Поэтому помните, друзья, что курить в постели опасно. Опасно, Никита, это когда тебе 25 лет, а ты еще ни разу не курил в постели. С вами были украинские спасатели. Мы завжди поруч. Команда КВН «Украинские спасатели». У нас осталось всего одно выступление, и вновь на сцене Харьков. Друзья, встречайте, команда КВН «С в кружочке».
Come on. Добрый вечер! Вас приветствует авторская группа S-Кружочки. Мы не актеры, мы авторы, то есть те, кто во время выступления, как правило, остается за кулисами. Так оно это шлет моего ингалятора! Весна — время писать романтические произведения. Сегодня у меня и у моей возлюбленной годовщина. За сим я подготовил авторский подарок. Под ваши аплодисменты. Алло, привет. Привет, Глеб. Что-то случилось? Случилось. Сегодня же наш праздник. И я подготовил тебе свой подарок. Помнишь, наша песня? Варту чини. Я же этим полотенцем лицо вытираю. Глеб. Глеб, ну 100% этому есть логическое объяснение. Ребята, у вас есть сигареты? Тебе зачем? А я всегда нервничаю, когда трогаю себя. Все, я за коньяком. Так, подождите, это же не по сценарию. А что по сценарию? Ну вот смотри, я говорю, у нас в команде все разные. К примеру, Саша похож на копчик. Почему это я копчик? Саша возмущенно взирает в зал. Зал смотрит на Сашу и понимает, в натуре копчик. Я вообще-то актер. Да, Саша ведущий актер Тюза. Что еще за Тюз? Театр юного зомби. Санек, продемонстрируй. О, зритель! Встречайте! Моноспектакль «Зомби в 8 актах». Итак, зомби обыкновенный. Зомби ласковый. Зомби-приколист. Пьяный зомби. Зомби в общественном туалете. Зомби-школьная медсестра. Электрик-буги-зомби. И, наконец, зомби-падре. Александр Григоренко. Ну что ж, дорогие читатели, прямо сейчас... Стоп, фестиваль, выруби все, выруби. Господа, а вам не кажется, что он выступает под этим делом? Под щитовидкой? Так, тихо, буду звонить. Кому? Бывшей уже. Скачала, да? Алло. Алло, это Глеб. Глеб, ты что, пьяный? Не. А что с речью? А ты б себе бошку бутылку разбила. Глеб, у тебя все нормально? Глеб, ты киваешь? Ну, медвежонок, хватит баловаться. Какой тебе медвежонок? Ну, барсучонок. Не барсучонок. Ну, зайчик. Годится. Короче, что ты хочешь? Я хочу себе такие длинные жирные мочки до плеч, чтоб свисали, вот, и я мог их так на подбородке завязать, и как индюк так. Есть там кто-нибудь более адекватный? Да. Кто это? Георгий. Какой еще Георгий? Шпиц. Георгий Шпиц? Да. Глеб, не притворяйся. Это ты говоришь другим голосом. Отнюдь. Глеб, мне надо тебе кое-что сказать. Все, поздно. Не звони мне больше. Вообще-то это ты мне звонишь. Набери меня. Что ж за жизнь-то, а? Что ж такое? Ну, Глеб, не расстраивайся. Глеб, да что это за отношения? Мы неоднократно слышали, как она называла тебя свиньей. Она просто защищала меня от дагестанцев.
Глеб, понимаешь, такое иногда бывает. Ну, я не верю, это сон. Ребята, ущипните меня. Не больно еще. Не чувствую. Блин, у меня еще и инсульт. Глеб, понимаешь, что... Ты что, плачешь? Глеб, пойми, плакать нельзя. Мужчины не плачут. Я хотел бы сказать. Глеб, ты понял, к чему была эта аллегория? В море еще много рыбы. И ты наверняка найдешь ту самую, с кем проведешь лучшие годы своей жизни. Глеб, мне нужно тебе кое-что сказать. Уходи. Глеб, ну просто послушай меня. Уходи, я нашел другую. Кого? Вон девушка в первом ряду сидит. Так она же с парнем. Все вы, папы, одинаковые. Глеб, ну просто хотела сказать... Глеб, ну просто... Глеб! Просто послушай. Варто чини. Уходи. Жить без тебя. Так будет лучше. Я полетела. Хочу мопед. С тобою в небо. С коляской. Я повернула в час назад. Я тебя не буду катать. И повторила я люблю тебя. На самом деле, я помню, что у нас сегодня с тобой годовщина. И это все был розыгрыш. Ты же КВНщик. Ну и в чем прикол? Авторская группа «С» в кружочке. Берегите любовь и сохраняйте чувство юмора всегда. Команда КВН «С» в кружочке. А он этим полотенцем лицо вытирал. Друзья, Лига Восток ЮА выражает благодарность компании «АИСТ». Подарки и награды на все случаи жизни. Техническому партнеру компании «Токарев Саунд Групп». Аренда профессионального звукового, светового, диджей-оборудования, спецэффектов и оборудования для сцены. Прекрасному фотографу Григорию Пузынину. Подробности на сайте grizio.com.ua. Аттракциону 7D «Дип» кинотеатру нового поколения. Найти можно в ТРК «Даффи» и «Караван». Молодцы, молодцы, старайтесь. И также благодарим компанию «Юнитемп». Трудоустройство за границей. Путешествуй, зарабатывай, получай бесценный опыт и океан эмоций. Найти очень просто нас на сайте unitemp.com.ua. И телефон, друзья, если вы забыли, 099-286-47-47. Я вижу, жюри уже рвется на сцену. Нет, жюри идет совещаться. Друзья, пока жюри примет решение, пожалуйста, не уходите, потому что специально для вас у нас есть еще один музыкальный подарок. Я приглашаю на нашу сцену замечательную, красивую артистку, лауреата международных конкурсов, участницу многих ТВ-проектов, Анастасию Еременко. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, Харьков.
Анастасия Еременко, друзья, ваши аплодисменты. Что ж, все команды показали все, на что они способны в нашем музыкальном фестивале Лиги Восток UA. Я хочу сказать огромное спасибо вам, дорогие телезрители, до того, как еще вышли и будут что-то говорить члены жюри. Спасибо, что пришли, спасибо за ваши аплодисменты. И я надеюсь, что мы обязательно с вами встретимся на осенней, так сказать, стадии нашего сезона. Чего так плохо хлопаем? Вот, друзья! Вот так аплодирует Харьков, вот так мы приветствуем наши команды.
Что ж, дело за малым на самом деле. Сейчас мы должны дождаться членов жюри. Как вы поняли, они не просто так ушли отсюда, они совещаются, потому что, напомню, из так называемой яичницы КВНовской нужно выбрать одну команду, которая пойдет дальше в сезон, а из всего многообразия, из всей палитры остальных команд нужно выбрать три лучших, которые попадают сразу в полуфинал. Вот, вот они, наши глубоко уважаемые члены. Тяжело. Вы даже не представляете, как мне было жарко вот под этими фонариками. Но, по-моему, сегодня было жарко вот здесь на сцене, вот здесь в зале киноконцертного зала Украины. А скажите, ребята, как там, что там? А, то есть там борьба идет прямо? Не показываем командам. Так, я отойду или мне в центре стоять? Они просто подсматривают. Так. Я думаю, что было бы правильно пригласить на эту сцену. Все-таки фестиваль у нас музыкальный. И люди, которые разбираются в этом деле. Друзья, под ваши аплодисменты. Эльдар Кабиров, финалист шоу X-Factor и победитель шоу X-Factor Дмитрий Бабак. Ну, Дима, больше разбирайся. Где твой кубок? Мне не дали. Вот. Видишь, а на X-Factor дали. Вот. Друзья, вот такой вот кубок. Ты сказал уже, что они три одинаковых таких? Ну, неважно, какие. В магазине они... было просто три одинаковых. Три последних. Друзья, я очень рад подарить вот этот, вручить этот такой кубок. Кстати, тут один человек не смеется почему-то. Это кто выбирал? Просто не улыбается, ну как-то... Не знаю. Друзья, в общем, но это не означает это то, что, на финале, то, что этот кубок, включается очень смешной команде с таким вот очень интересным названием «Наивность. Город Кировоград». Ваши аплодисменты, друзья. Город Кировоград, команда КВН «Наивность». И это значит, что с этой командой мы увидимся осенью. Но уже на стадии полуфинала. Ну вот. Следующая команда, которая получает этот замечательный кубок, носит название из трех букв. Н. То, что у тебя. Нос! Наши гости из Киева! Валера! Валера, это ж тебе! Мы так хотели выйти с Димой, такие, знаете, такие секси-бои, но тут вышел Валера и все. И нам больше делать. Вы знаете, одно огорчает, что с Валерой мы не увидимся в четвертьфинале. Но ничего страшного. Он может, но он заслужил, но и вся его команда, конечно же. Громкие аплодисменты, друзья, что очень тихо поздравляю. Ну и третий кубок я бы с удовольствием вручил команде, которая тоже очень любит носить погоны, как и я. Украинские спасатели! Заслуженный кубок, друзья! Украинские спасатели! Город Харьков! Есть, я так понимаю, еще кое-что? Есть еще один, да, маленький кубок, который мы хотели вручить команде из яичницы, да. Вот видите, все остальные члены жюри, они вот сделали нас козлами отпущения, оставили нам молодым командам, потому что сейчас кого-то назовем, остальные нас растерзают, понимаете? Но они... если вас будет терзать женская команда, это же не так и плохо. В этом они сглупили. Хотя ты у соседа был. Ну и где кубки, можно? Это мне говорит человек, который играет женщину. Да! Женя, где кубки наши? Девочки, не ругайтесь. Да. Все-таки, друзья, мы решили... Два кубка дай, пожалуйста. То есть две команды мы... Все-таки мы решили и решили дать возможность поиграть в сезоне региональной лиги КВН «Восток ЮА» двум командам. Это полчаса до пролета. И «Властелин полей». Друзья! Валера, у тебя есть конкурент Тёмочка, так что смотрите там. Друзья, я честно от себя, вот уже здесь ничего не написано. Можно вот такой специальный кубок, ну вот просто за то, что эта команда, во-первых, приехала к нам в гости в лигу, приехала уже участвовать в ней второй раз.
И мне кажется, вот им в финале чуть-чуть не хватило, и сегодня чуточку не хватило. Команда КВН любимая! Это вам просто подарок от ведущих. Я просто люблю обнимать девушек. Пойдем, Дима. Что ж, все подарки мы раздали, все команды, я же говорю, показали максимум своих усилий, но я надеюсь, это максимум на сегодня. А на следующих этапах будет еще выше, еще и еще. Спасибо огромное всем вам, друзья, до встречи здесь, на концертном зале «Украина» на следующих играх Лиги Восток UA. Пока!